вчера захожу в Инстаграм, ага. Смотрю, у меня много лайков, хотя ничего не укладывала. Решила открыть, посмотреть, что это. Все лайки от одного человека, от мужчины. Перехожу на страницу. В общем, много фотографий с женой, с ребенком. Недавние фото с выписки с роддома. Мне просто становится так противно. Думаю, блин, вот не дай бог, да, выйти замуж за такого мужчину, еще и ребенка ему родить, который потом будет лайкать его так вот всех девчонок в Инстаграме навязчиво. Mm-hmm. Никогда этого не понимала. Мужчина, зачем вы это делаете? Ребята, это называется отиктокивание и остаграмливание. Не остаграмливание, а инстаграмливание чаечкиного мозга. Всем здорово, Саныч на связи. Представляете, как будто они вот всерьез воспринимают там эти лайки, эти балалайки, эти все. Не понимаешь, что сейчас жизнь цифровая, у нас там куча мессенджеров разных там, платформы, площадок, да, вот, ну, ну, ты всерьез думаете, ну, женщина, я к вам сейчас обращаюсь, что мужчина, когда ходит по улице, даже этот мужчина женатый, у которого жена, там дети есть, он на женщин не обращает внимания, а женщины женатые с детьми, они не обращают внимания на чужих мужчин, кроме своего мужа, как бы, ну, чисто просто визуально, там, оценить. Это делают все. Даже когда нам клянутся, я тебя люблю, там никого не замечают, это есть. У той там попка симпатичная, у той там мордашка симпатичная, не такая, как у нее, мне губы накачанные не нравятся. А там сиси там прикольные, да, вот. А женщина там высокий парень там прошел, там, да, там подкачанный, там широкоплечий, там лысый, волосатый, ну, кому что нравится, там, да, у кого-то там кукурузина в штанах отопыривается, хрен его знает, да. Это все на это обращается внимание. А тут ты смотри, какая моралистка, лайк поставил. Фу, блядь.